Сразу хочу обратить внимание, что когда вы прописываете в поле метки и нажимаете «Добавить», метки создаются и попадают в базу данных. Когда вы нажимаете «Удалить метку», вот в редакторе, да, она не удаляется из базы данных, она удаляется из данной статьи. Чуть дальше мы рассмотрим эту проблему. Я, вот, допустим, тоже часто так делала. Как получалось? Я создавала статью, потом прописывала метки, то есть создавала тут же метки не те, что у меня были, да, использовала, а новые метки создавала, добавляла. Потом через какое-то время я смотрю, думаю, нет, не подходит эта метка, и я ее прямо в редакторе данной статьи удаляла. Но данная метка остается в базе данных, то есть я ее из блога не удалила, я просто ее открепила от статьи. И здесь возникает такой момент, когда у нас накапливается куча меток с нулевым прикреплением, да, то есть они ни к чему не прикреплены. Сейчас мы посмотрим, как это все дело тоже чистить.